Билеты уже кипят. С помощью сим-карты это сделает систему намного надежнее. Если сейчас мы выйдем, купим сим-карту специально для охранки, но там недорогая 200 рублей. То есть там сим-карта нужна? Да. Молодцы, правильно. Все, пока мне все нравится. Но единственное, опять же, не развиваются. Если сим-карта, считаю, что он уже требует смену нового. Так, а что вы куда вешаете? Это еще одна наша проверка. Самый эффективный способ закрепить датчики на саморезах. А самый простой, но ненадежный, это крепление на скотч. Как закрепят датчики мастера? Скажу так, если повесить на вот, можно требовать скотч. Со временем может, да. Они предупреждают, да, что он скотч это не очень правильно крепление. Ну давайте сверлить себе. Все, я тогда отойду. Да. На щелку и приду. Все. Наш агент Марина отправляется за сим-картой и оставляет мастеров в квартире совершенно от них. Это хорошая возможность проверить их на честность. Чем они будут заниматься в отсутствии хозяйки? Хочется отметить то, что ничего не трогаем, не лазим, не заходим в другие помещения, которые имеют доступ. Это показатель очень хороший. Мастера устанавливают датчик на дверь и переходят к установке.